Это Олеся. Всем привет! Вы на канале Планета Олеся. Мы сегодня будем наклеивать красивые наклеечки на бутылочки с водой. И у нас получатся очень красивые бутылочки. Мы сейчас покажем. У нас есть специальные наклейки на бутылочки. Вот такой вот собачий патруль. И вот такой вот Микки Маус и Минни Маус. Эти наклеечки нам прислала бабушка из Израиля. Мы там покупали такие уже. Один раз уже делали. Нам очень понравилось, и мы решили сделать видео. Подожди минутку, Алис, перед тем, как открывать. Мы сейчас еще сегодня объявим результаты нашего последнего конкурса, в котором нужно было угадать, догадаться или расслышать, что говорит сестра Алис Жюстин в нашем видео про бассейн. Ты помнишь? Помнишь этот конкурс, Алис? Да? Ты знаешь, что говорила Жюстин под водой? Да. Что она говорила под водой? Планета Алис. Она говорила «Планета Алис», конечно же. И очень многие, кто смог правильно ответить, но... Приз получит девочка, которая дала правильный ответ, самая первая. И вот эту девочку зовут Нургуль Лов. Скажи, Нургуль Лов, привет. Нургуль, привет. Привет, Нургуль, мы тебя поздравляем. Ты получишь наши призы за этот конкурс. А призы у нас, как вы все, наверное, помните, это вот такие вот конфетки Бенбузл. И еще у нас есть конфетка, как мы и обещали, из Анны и Эльзы, такая на палочке. Конфетка, которая макается в порошок, который хрустит. Вот. Нургуль, пришли нам, пожалуйста, свой адрес, и мы тебе вышлем посылочку с конфетками. И мы тебя еще раз поздравляем. А теперь что, давайте наклеивать наклеечки? Да. Давай, я отрежу ножницы, мы их достанем и посмотрим. Вот, мы отрежем пакетик. Так, и достаем. Подожди, сначала этот, Алис. Давай, вот здесь две наклейки, вот в этом пакетике. Вот такие вот из собачьего патруля, красивенькие. Они с двух сторон, смотрите. Видишь, осторожно, Алис. Нужно их осторожненько надевать на бутылочки. И посмотрите, здесь показано, что это делается феном. Мы сейчас возьмем фен и будем делать. Нет, аккуратненько, чтобы не порвались. Давай я тебе помогу. Подожди. Я тебе покажу, снизу нужно, вот. И ровненько вот так вот, подожди, ровненько, нет, вот, Алис, чтобы не порвались только, вот. Надевай следующую наклейку, я пока вот эти открою. Вот эти открою. Аккуратненько, да, открывай. Вот, и вот в этом пакетике две такие симпатичные наклейки на бутылочки, вот такие вот со всякими Микки Маусами, со всякими цум-цумами какими-то, на. И вот еще одна такая. Вот мы сделаем такие красивые, 4 таких красивых бутылочек. Получается, подожди, подожди, смотри, вот здесь неровно снизу, если неровно, то будет нехорошо. Нужно, чтобы они были надеты ровненько. Так. Нужно их все расправить, которые ты надела. Дай-ка я здесь расправлю немножко. Вот. Так, и вот это. Нет, кверх ногами надеваешь, переверни. Смотри. Кверх ногами, лапуль. Наоборот, перевернуть. Да, они же должны быть не вниз головой, все эти зверюшки. Вот, так правильно. Так, молодец. С какой бутылочки начинаем делать? Какую? Это у меня получилось. Получилось. Еще не сделали. Подожди, вот с этой начнем. Хорошо, давай начинаем с этой. Значит так, остальные мы пока отодвинем в сторонку, и мы сейчас покажем вам процесс. Смотри, Алис, я тебе покажу. Нужно брать фен. Мы включаем его на единичку, и всю бутылочку вокруг аккуратно обдуваем феном. Подожди, я покажу, как делается. Вот, потихоньку. Подожди, подожди, подожди. Нужно вот так, да. Подожди, нужно посильнее, наверное, фен сделать.
Ну-ка, посмотрим, что у нас получилось. Так, в общем, у нас получилось не очень ровно. Я не знаю почему. Наверное, потому что бутылочка, возможно, была недостаточно гладкая. Но я искала, я не нашла абсолютно гладких. И получилось, она немножко вот такая вот не гладкая. Но, тем не менее, она все равно очень красивенькая. Посмотрите, с такой картинкой. Вот. Теперь вот такая. Давай делать следующую. Так, ну что? Да, я покажу, что получилось. Вот, эти две у нас получились вот такие. Вот, смотрите, с такими вот бум, с такими моськами, как цум-цумчики Мини-Маус. И здесь даже можно написать где-то свое имя. Вот здесь вот такой вот желтый этот самый кружочек. И вот эту давай покажу тоже, да. И вот здесь два такие симпатичные мини-маусика. Вот. И здесь тоже можно имя написать. И всякие зверюшки. Давай. Ну что, готово? Готово. Ну вот, у нас получились 4 такие красивые. Давай их расставим, чтобы все было видно хорошо. Вот так. Вот так. Вот это. Это мама. Нет, подожди, вот так их поставь все в ряд, чтобы их все сразу было хорошо видно. Вот, получились вот такие симпатичные 4 бутылочки с водичкой, да? Вот, нравится? Понравилось тебе, Алис? Ой, даже поцеловала бутылочки. Ну вот, такие красивые наклейки, симпатичные на красивые бутылочки. Мам, мы будем из них пить. Конечно, мы будем из них пить. Вот теперь, когда мы будем куда-то идти и брать с собой бутылочку с водой, мы будем брать вот такую красивую бутылочку, да? Или когда Алис пойдет в школу, мы напишем вот здесь ее имя. И она возьмет с собой бутылочку с водичкой, вот такой вот, персональную. Угу. Сколько получилось всего бутылочек-то, посчитай? Нет, адут хуа кят. Нет, а туа где? Ду ту. Кят. Не вид, Алис! Нет. А, ду, туа, кят. Ну, посчитай по-русски. Кят, один. По-русски один. Один, два. Три. Три. Нет, один, два, потом. Один, два. Потом. Четыре, пять. Почему 4-5? Ты опять забыла 3, Алис. И по-французски забыла 3, и по-русски. 4-5-6. 3-4-5-6. Хорошо. Ну, всего бутылочки у нас 4. Алис еще немножко путается. Если вам понравилось наше видео, наши наклеечки на бутылочки, ставьте лайк. Подписывайтесь. Паучок. Паучок получился, да? Подписывайтесь на канал. Мисс Планета Алис. Мисс Планета Алис. Даже забыла, как называется твой канал. На канал Планета Алис. Пока-пока. Пока-пока. Это Алис.